эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Получить квартиру от государства. Как работает программа поддержки «Молодая семья». Прикоснуться к истории. 15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи. Достигнуть гармонии с собой. В парке имени Зернова проходит занятие по хатха-йоге. Далее расскажем обо всем подробно. Жилищный вопрос – один из самых насущных для молодых семей. Одни продолжают жить у родителей, другие съезжают в съемные квартиры, потому что самостоятельно приобрести жилье в наше время непросто. Чтобы помочь молодым приобрести свой уютный уголок, была разработана государственная программа поддержки «Молодая семья». В прошлом году в Сарове с ее помощью в более просторные квартиры переехали 8 семей. Что это за программа, до скольких лет можно в ней участвовать и какие условия должны быть соблюдены, чтобы молодожены могли получить жилье? За ответом на эти вопросы мы обратились к специалистам. В нашем городе программа «Молодая семья» действует с июня 2006 года. За это время социальные выплаты для улучшения жилищных условий получили 388 молодых семей. В июне этого года был приказ Министерства социальной политики, по этому приказу 7 молодых семей города Сарова готовятся сейчас к получению свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Причем 2 семьи из этого списка – это многодетные семьи, а многодетные семьи в рамках этой программы у нас внеочередники. На момент участия в государственной программе супруги не должны быть старше 35 лет. Это распространяется и на неполные семьи, где ребенка воспитывает только один из родителей. Также семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, но при этом иметь стабильный доход, который позволит выплатить кредит. Сумма выплаты рассчитывается от состава семьи. Составляет она 35% от расчетной стоимости. При этом стоимость метра, естественно, применяется не по городу Сарова, а установленной по Нижегородской области. Она сейчас составляет 46 тысяч. В этом году в порядке подачи документов на участие в программе произошли изменения. Если раньше документы можно было подать до 1 сентября, то теперь это можно сделать только до 1 июня. Всего на 2019 год подали заявление 46 молодых семей. Но, как показывает практика, субсидии в итоге получат не более 10. Финансирование предусматривается за счет средств 3 бюджетов – федерального, областного, местного. И распределение средств идет именно пропорционально полученным средствам за счет федерального бюджета. Но по городу Сарова, в принципе, по сравнению с другими органами местного самоуправления, 7 семей – это, в принципе, неплохая цифра. У нас же есть еще и местная программа по получению социальных выплат, просто для нуждающихся. Там может быть чуть меньшая сумма, но более вероятное получение выплат. На самом деле программ много. Получить консультацию по программе «Молодая семья» можно в городской администрации в кабинете 123 по понедельникам, вторникам и четвергам. Телефон для справок 990-57. Наталья Петрунина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Сгоревшие мусорные контейнеры, вещи и даже квартиры. За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Сарова выезжали на вызовы более 20 раз. Объектами возгорания становились сухая трава и мусорные контейнеры. В одном из случаев тлело кресло на балконе общего пользования в одном из домов по улице Московской. Но самый крупный пожар произошел в минувший понедельник. Подробности далее. В 2018 году в нашем городе уже произошло 115 пожаров. Горели многоквартирные дома, мусорные контейнеры во дворах, садовые домики. Одно из последних возгораний произошло в новой части города в ночь с 13 на 14 число. Сообщение о пожаре поступило диспетчером в 23:59. Прибыли на место, шел дым из окна, и из окна кухни мужчина просил о помощи. То есть прибыла автолестница, установили, мужчину эвакуировали по автолестнице. 2 автоцистерны и 1 автолестница. На вызов прибыло 2 подразделения пожарных. Одни спасали мужчину, вторые локализовали пожар и не дали огню сильно распространиться по всей квартире. Прибытие подразделения было в течение 6 минут. Пострадала в основном одна комната, где находился изначально мужчина. Сейчас мужчина находится в КБ-50, а дознаватели устанавливают причину пожара. Приоритетная версия – неисправность бытового прибора. Если считать по показателям анализа прошлого года, в этом году самая общая причина пожара является неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем.
По словам соседей пострадавших, этим злополучным прибором стал обычный вентилятор. Мужчина с его помощью спасался от жары, но техника решила сыграть с ним злую шутку. Сотрудники пожарной службы в очередной раз призывают граждан не оставлять свои электроприборы без присмотра и своевременно их отключать, чтобы не допустить подобной трагедии. Мария Рунч, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24. Возможное повышение пенсионного возраста никак не отразится на тех льготах, которые россияне сейчас получают при завершении трудовой карьеры. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщает агентство РБК. По данным собеседников издания, даже в случае увеличения возраста выхода на пенсию от транспортного, земельного и ряда других налогов, граждан по-прежнему будут освобождать в 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В четверг, 16 августа, улицу Академика Харитона снова перекроют. Как и во вторник, движение ограничат с 9 утра до 4 вечера. Причина все та же. Рабочие будут устанавливать искусственную неровность, или, как ее еще называют, лежачего полицейского. Водителям для объезда рекомендуют использовать улицы Победы и Академика Сахарова. Общественный транспорт ограничений не затронут. Он продолжит ездить по привычным маршрутам. Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор проведет горячие линии по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей. Специалисты ведомства расскажут родителям, на что нужно обращать внимание при выборе школьной формы, ранцев, учебников и канцелярских товаров. Звонки начнут принимать с 16 августа по указанным телефонам. В Москве прошел очередной этап Кубка столицы по спортивному пейнтболу. В нем приняли участие и саровчане. Команда «Реактор» уверенно выступила в отборочных играх, обыграв сразу несколько сильных соперников. В полуфинале саровчане также смогли взять верх. Московская команда «Ирландцы» не смогла сдержать напор пейнтболистов из закрытого города. Однако в финале «Реактор» уступил и занял второе место. По результатам четырех этапов Кубка Москвы, саровская команда завоевала путевку на чемпионат страны. Археология, пожалуй, одна из самых интересных наук. Ее главная цель – изучить древности, быт и культуру народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Как у большинства профессий, у археологов тоже есть свой праздник, который отмечают 15 августа. Символично, что проходит он именно летом, потому что на это время приходится пик экспедиций. В поисках ценностей и сенсаций участвуют и преподаватели, студенты исторических факультетов и волонтеры. Сегодня археологические раскопки ведутся и в нашем городе. В эту профессию идут по призванию души. С такими словами встретил съемочную группу археолог с 14-летним стажем Николай Баранов. Говорит, что работа археолога многогранна, требует большой осторожности, кропотливости. Здесь нужна хорошая выносливость и физическая подготовка. Копаться в земле и находить интересные артефакты Николай Баранов начал еще в детстве. С детства хотел заниматься археологией, Потом пошел на ИСТФАК, там у нас была археологическая практика. Я решил, попробовал там свои силы, мне понравилось. И начал регулярно посещать, выезжать в археологические раскопки различные, в разные области. Одно за другое, и незаметно я уже в Сарове, провожу раскопки храма. Профессиональный праздник – не повод останавливать работу. На Монастырской площади археологи трудятся с утра и до самого вечера. Каждый день исследователи находят десятки различных предметов – керамику, посуду, а также древние артефакты. За последние два месяца археологи изучили территорию храма и нашли около 6 захоронений, которые относятся к 18 веку. Костяки зачастую, они не перекрывали друг друга. Это было под захоронение. Изначально был положен усопший. И потом впоследствии к нему подприхоранивали, может быть, родственник близкий, там, может быть, жена, И вот они лежат в два яруса. Вот в двух местах у нас было. Еще в двух местах одиночные захоронения. Утверждать, что это монахи, Николай Баранов не стал, но предположил, что, возможно, это благодетели, которые помогали монастырю. Благодаря этому они и удостоились возможности быть похороненными непосредственно вблизи храма. Также рядом с захоронениями археологи нашли хозяйственные ямы и древнюю керамическую плиту, на которой когда-то готовили священнослужители. Все слои грунта археологи просеивают, находки сортируют и очищают, после чего отправляют их в музеи и лаборатории. Мы расчистим, все это зафиксируем, все сфотографируем, обязательно опишем, аэросъемку сделаем обязательно всего-всего. И потом после обработки находки, что были найдены в музей, пойдут, естественно. А с храмом я не знаю, как поступят. Тут уже не от меня зависит. Наше дело найти, показать, посмотрите, очистить все это дело, задокументировать. А дальнейшую судьбу, наверное, уже будут решать местные.
После завершения работ археологи отправятся на следующие раскопки, чтобы шаг за шагом восполнять пробелы нашей истории. Как говорят они сами, у настоящих археологов не бывает собственных музеев. Все, что может быть найдено, это общее достояние. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных к этому празднику и желает каждый день творческих успехов в археологических исследованиях, удачи в кропотливом и важном для истории деле и реализации всех намеченных планов. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. К своему завершению подходит не только лето, но и каникулярная работа детских библиотек. На протяжении 3 месяцев для саровчан проводили тематические читальные залы и интерактивные программы. А совсем скоро в библиотеке имени Пушкина подведут итоги конкурса читательских дневников, которые мальчишки и девчонки создавали вместе со своими родителями. О том, что такое читательский дневник и по каким произведениям его делают дети, наш следующий сюжет. Одним из самых ярких и необычных дневников этим летом стал созданный ученицей 12-й школы Веры Панкратовой. Ее выбор пал на произведение Эдуарда Успенского про Веру и Анфису. Герои этой истории покорили сердце второклассницы. Вместе с мамой они выбрали понравившуюся книжку, прочитали ее и сделали много интересных заданий к этой книге. Усилиями девочки и ее мамы в дневнике оказались кроссворды и ребусы, загадки и шарады, пазлы и раскраски. Но больше всего внимание привлекла конструкция, которая позволяла не просто увидеть эмоцию обезьянок, но и сразу попробовать ее сымитировать. Для этой цели девочка добавила в свою работу маленькое зеркальце. Очень необычно и ярко, красочно дневник оформлен. Видно, что девочка прочитала не только книгу, но и заинтересовалась биографией автора. Разобрали с мамой всех главных действующих персонажей. Всего дневников оказалось 18 штук. Часть из них сделана в электронном виде, но львиные доли, как и прежде, выполнены в виде больших открыток с рисунками и наклейками. Как рассказали сотрудницы детской библиотеки, дети по-прежнему любят книги советской литературы. Тимур и его команду, в стране невыученных уроков, Чука и Гека. Но немало работ было и по современной детской литературе. Но самая главная цель конкурса не просто познакомить детей с авторами, а привить молодому поколению любовь к чтению. Кирилл Васенин, Артемий Глазков и Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. Йога – вид духовной практики. Это широкое направление включает в себя множество практик, которые укрепляют тело и позволяют достичь гармонии с собой. Одно из наиболее распространенных направлений – хатха-йога. Именно с нее и начинают знакомство с этой древней системой учений, основанной много веков назад. В парке имени Зернова прошло занятие по хатха-йоге, в котором приняли участие горожане разного возраста и физической подготовки. Татьяна Джунковская уже более 10 лет занимается йогой и обучает других. Началось все с фитнеса, но со временем она поняла, что нужно всерьез заняться именно этой духовной практикой. Татьяна училась методике преподавания йоги у столичных тренеров и изучала программы зарубежных преподавателей. Татьяна считает, что классическая хатха-йога – это одно из наиболее доступных направлений для людей любого возраста. А это, наверное, базовая такая йога, наиболее безопасная, которую можно адаптировать практически под каждого человека. Но опять же хочу предупредить, что йога – это не для всех, и это не панацея от всех бед. В тени деревьев, на траве, под шорох листьев руководитель занятий подробно объясняет, как нужно выполнять то или иное упражнение. Татьяна организует для всех желающих йогу на природе в парке уже 2-й год подряд и уверена, что такие занятия имеют больший эффект для участников, чем те, что проводятся в помещении. Ну, первое, что приходит в голову – слияние с природой. Ну, по мне, так просто прикольно. Какой-то новый формат, не просто в душном зале, а на природе, окруженной деревьями, можно послушать звуки разные, шорохи. Хатха-йога – это своеобразный комплекс, который включает в себя не только физические упражнения, но и психологические техники, основанные на правильном дыхании. Преподаватели рекомендуют прислушиваться к своему телу, ощущениям и не делать что-то через силу. Занятия йогой должны приносить удовольствие. А то, что успокаивает нервную систему, безусловно. На этом фоне, если у тебя нервы в порядке и здоровье становится лучше, все же взаимосвязано. К занятиям на свежем воздухе может присоединиться любой желающий. С собой нужно принести коврик. При хорошей погоде следующие тренировки пройдут 22 и 29 августа в 11 часов. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!